Агрофирма «Аэлита» представляет томат «Купец Молодец». Это новый биф-томат для любителей крупноплодных сортов. В плодоношение вступает на 105-110 день. Средняя масса товарного плода 400 грамм. Плоды без зеленого пятна у плодоножки, мясистые, с повышенным содержанием сухих веществ. Количество семян небольшое. Урожайность от 8,5 до 12 килограмм на квадратный метр. Номер партии 16-764-01, количество семян 0,2 грамма. Ноль двадцать пять сотых грамма на весах.